первую лекцию. Я представляю вам эксперта, кому-то, может быть, знакомого по прошлому году. Эту лекцию для нас проведет академик, вице-президент Российской академии художеств с 2004 года, ректор Московского архитектурного института, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Совета по культуре при президенте Российской Федерации Швидковский Дмитрий Олегович. Прежде всего, приветствую вас. Очень приятно второй раз быть здесь на Тавриде. Я думал о том, чтобы прочесть лекцию совсем другую, чем то, что будет сейчас, потому что некоторые уже слышали то, что я говорю на эту тему. Но потом подумал, что, во-первых, все-таки большинство не слышало, а то, что я буду пытаться рассказать, отличается от того, что написано в учебниках или даже преподается на той кафедре, которой я заведую в Московском архитектурном институте, или написано в нашей программе. Это не потому, что я все говорю неправильно, а потому, что мы как-то никак не соберемся все это изменить. Да это изменить не так легко. А главное, это то, что вот прошлое выступление побудило меня снова вернуться к этой теме, которую я вообще-то сначала написал еще за 10 лет до этого, и там они были опубликованы в многих странах мира, но не в России. А после той реакции, которая была здесь, я все-таки решился и написал эту книгу по-русски, и она уже выйдет, вот книга с так названием такая же, как лекция, к 1 сентября уже будет доступна. И пока писал книгу, естественно, многое изменилось. Да к тому же еще удалось побывать в кое-каких других местах, в частности, посмотреть значительно так получше византийскую архитектуру и понять что-то по-другому, чем то, что я рассказывал в прошлом году, чем писал там в книге или в статьях. В общем, версия будет новая во многом. Давайте начнем тогда прямо со слайдов. Я буду говорить о национальном своеобразии русской архитектуры. А теперь это модно называть идентичностью. Но как-то это иностранное слово мне не так нравится, поэтому мне больше нравится слово «своеобразие». И мне бы хотелось рассказать вам, так коротко, о той логике истории русской архитектуры. Кстати, слышно нормально? Или лучше погромче? Погромче. Да, так лучше, наверное. Да? Спасибо, извините. О логике истории русской архитектуры, которая и создает ее своеобразие на протяжении целых тысячи лет. Это, конечно, огромный период. И все очень быстро менялось. И такого какого-то мистического русского чувства формы, пожалуй, трудно найти одновременно во всех веках с 10 по 21. И то, что было единым, это
был сам ход истории. Пожалуйста, можно слайды? Почему-то все время... Это не тот слайд. Вот. Эта картинка чисто символическая. Я хочу сказать, что мы, собственно, наша, одна из главных черт нашего своеобразия – это то, что мир России – это, конечно, мир леса, мир дерева. Но мы очень мало знаем о том, каким был этот мир. Потому что, предположим, Москва деревянная меняла полностью свой облик по свидетельству летописцев примерно раз в 20 лет. И большинство русских городов горели именно с такой, а то и большей периодичностью. Это посчитали историки. И, к сожалению, вот от замечательных построек, которых мы слышим в летописях, там, тем более языческих храмах или первых христианских церквях там, в Ростове или в Новгороде, кроме очень скудных сведений археологических раскопок, ведь у каменных сооружений еще, слава Богу, остается фундамент каменный. А у нас часто и фундамент делался из дубовой, из дерева, и он тысячу лет тоже не выдерживал. То есть мы можем только представить себе вот эту часть русской истории, этот мир дерева, огромную часть нашей истории архитектуры, и символом ее является вот эта церковь Преображения в Кижах, как вам всем известная, действительно удивительная, неповторимая, не похожая ни на какую архитектурную традицию, но построенная все-таки в XVIII веке. И можно предположить, что так же строили и в X веке, когда крестили Руси и создавали первые церкви, или до этого, когда строили там терема русских князей. А может быть и нет. Потому что изображений у нас тоже практически в летописях очень схематичные, на иконах символические. И таких достоверных данных у нас нет. У нас есть удивительный образ вот этой деревянной архитектуры лесной страны, очень сложный, очень богатый, очень развитый уже в X-XI веке, но постепенно вытесняющийся в течение тысячи лет архитектурой из кирпича и камня. Откуда при создании русского государства, ну, откуда было взять архитектурный образец? Европа, еще западная, не оправилась. X-IX век не век архитектуры для Европы. Это единичные постройки. В основном это город Рим, предположим, лежал в руинах. Это была в основном сельскохозяйственная территория. И говорят о выборе архитектуры, как о выборе, одновременном выборе веры. Действительно, была великая цивилизация ислама со своей архитектурой. Была где-то далеко великая китайская цивилизация. И ближе всего, и наиболее развитой, и с наилучшими связями с Россией была, конечно, Восточная Римская империя, как ее всегда и называли,
Ну, нам известная под именем Византии. Хотя, если бы жителю Константинополя вы сказали в любом веке, что он живет в Византии, он бы очень удивился. Потому что Византия – это греческое название того города, который стоял до нашей эры на месте Константинополя. И поразило русских князей и их дружинников, которые прибили свой щит на вратах Цареграда или которые ездили сюда с политическими миссиями. Если можно, слайды. Больше показывают слайды, чем меня. Их поразила больше всего одна постройка. Это то, что вы сейчас видите, София Константинопольская. Она была еще интереснее, чем сейчас. Она сейчас это мечеть, как вы знаете. Она была переделана в 15 веке после взятия турками Константинополя. Тогда здесь было больше мозаик. Было больше скульптуры. Был удивительный киворий. То есть такой балдахин над алтарем огромной высоты. Это там метров 30 высотой с шатровым перекрытием. Я не случайно это говорю, я очень попросил вас это запомнить. Но и сейчас, после всех этих переделок, после всех утрат, София Константинопольская, если кто-то был, а теперь, после того, как нам снова разрешили ездить в Турцию, может быть, кто-то будет. Совершенно не обязательно ездить на курорт в Анталию и обогащать турецкие фирмы. А вот посмотреть Софию Константинопольскую, архитектору и дизайнеру, конечно, просто вот до зарезу нужно в жизни хотя бы один раз. Я очень поздно ее увидел, но все-таки счастлив, что это произошло. Это архитектура эпохи императора Юстиниана, то есть архитектура поздней Римской империи, 4-5 век нашей эры она сформировалась. Русские попали, вот княгиня Ольга, которая была потрясена, как свидетельствует летопись, именно вот этим интерьером и решила, пораженная вот этим, да еще службой, фантастическим пением, все это благовониями, которые шли из кадильниц, диаконов, одеждами священников, и служба всегда была, ну, когда, естественно, такие люди приезжали, как княгиня Ольга, императорская, в присутствии Базилевса, как именовали византийские императоры, со всем церемониалом, с проходами через весь храм. Ну, я думаю, что это было совершенно поразительно. И святая княгиня Ольга решила креститься, и за ней уже ее внук, святой равноапостольный великий князь Владимир. Но взять пример вот этой архитектуры они не могли, потому что никто в Константинополе, соответственно, это был X век, никто ничего подобного построить не мог, даже как бы подумать об этом было немыслимо. Мне вот совсем недавно посчастливилось побывать, тоже прочесть лекцию в Фессалониках. И вот там это особенно чувствуется. Константинополь очень изменен турками, а Фессалоники – греческий город. Это мозаика с изображением идеального города внутри мавзолея императора Грациана в Фессалониках, соответственно, конца IV века нашей эры. И это тоже то поразительное, что не могли делать византийцы в X веке. То, что производило впечатление, то, что агитировало за Византию, и то, что хотели
достичь. И в конечном итоге достигли русские, но не сразу. А архитектура, которая была доступна, для которой можно было пригласить мастеров, и которые умели построить, была вот такой, кирпичный, сравнительно небольшой по размеру. С скромными фасадами, совсем не такими, как у готических соборов или романских соборов Западной Европы, без скульптуры, только с декоративным кирпичом и с очень логичной конструктивной системой крестово-купольной, но это вы все знаете, это система, которая применяется во всех практически наших церквях. Вот это то, что можно было взять у византийцев. И мы, собственно, этим и воспользовались. Но, то есть кирпичная кладка, своды, крестово-купольная система, построение литургического пространства, это как бы вот это было доступно, и это вошло в идентичность русской архитектуры. Но мы сразу же, в первых же постройках, которые были возведены вот, в византийском, будем говорить, духе на земле Древней Руси, мы сделали что-то совсем другое. Хотя специалисты по византийской архитектуре, американцы, не знаю, англичане, французы, да и наши русские, считают, что вот в этой Софии Киевской, крупнейшем храме, который вот одним из первых был построен при Ярославе Мудром, здесь вы видите его реконструкцию, потому что он потом был украинцами совершенно переделан. Ничего подобного вы не найдете ни в Фессалониках, ни в Константинополе X века, ни XI, ни XII, ни XIII, и вообще в византийской архитектуре. Здесь масштаб совершенно другой. Это очень крупное сооружение было. И очень сложное. И главное, ну, глубоко идеологизированное. Ну, достаточно сказать, что там было 13 куполов, которые не было ни в одной византийской церкви. Это был, естественно, символ Христа и его апостолов. И масса других очень сложной системы сакральной. А по масштабу это было то, что соответствовало величию уже тогдашнего русского государства, которое было, естественно, по своим размерам при великом князе Владимире значительно больше, уменьшившееся сильно под ударами арабов, крестоносцев, турок, Византии. Но все равно мы взяли у Византии, на самом деле, Софию Киевскую мы не копировали. Хотя построили Софию Новгородскую, Софию в Полоцке. Они были, ну, тоже большими, но несколько иными. Важное событие, важнейшее, вот первое событие – это лесной мир и неизвестное нам величие деревянной архитектуры Руси. Затем поразительные впечатления от античной культуры Византии, от именно античной ее части, которая выражена в Софии Константинопольской. Затем техника византийской кладки, техника конструкции крестово-купольной системы. Как вы понимаете, 4 столпа, перекинуты своды, паруса между сводами и поставлен купол. И вот церковь Покрова на Нерли.
надо сказать, что не похоже на византийскую. По плану, действительно, может, план такой характерной православной церкви, но на византийскую не похоже. Более вытянутая, совершенно другими принципами построения фасада, обращением к миру. Византийская церковь была обращена прежде всего в интерьер, из снаружи внутрь. Наша же церкви очень часто, и вот церковь Покрова на Нерли, открывается изнутри, она как бы осеняет пространство вокруг себя милостью Бога, исходящего от этой церкви, покровом Богородицы, которой она посвящена. А главное, что здесь были, во-первых, не кирпич, как в Византии, X века, во всяком случае, а камень. Во-вторых, камень резной, как вот, например, в Успенском соборе во Владимире, который вы сейчас видите, построенном при князе Андрее Боголюбском. И самое главное – это желание передать на фасаде свое представление о мире вот в этой удивительной резьбе. Можно очень сложно, она сложно интерпретируется. Вы видите перед собой вот в центре царя Давида, внимающих ему существ. Часть существ это все они символические, некоторые символизируют святых, некоторые символизируют разные чувства, действия, образ жизни. Но это такая как бы развернутая книга, которая была написана еще, кстати, в III веке до нашей эры в Александрии. И называлась она «Физиолог» Александрийской редакции. Ее переписывали все средние века на все языки Европы. И вот там можно найти объяснение большинства фигур. Но посмотрите, здесь соединяется камень, а камень – это материал уже европейский, западноевропейский, романского стиля. Резьба по нему наружнее, скульптурная, идущая в конечном итоге от античности, тоже характерный элемент романского стиля. Сейчас вы видите собор в Юрьеве Польском. И вот если в Константинополь все-таки нужно предложить некоторые усилия, чтобы поехать, то в Юрьев-Польской поехать совсем нетрудно и нужно обязательно, потому что это все равно, что не прочесть слово о полку Игореве. Это настоящая энциклопедия домонгольской Руси. 450 сюжетов резного камня покрывают этот собор. К сожалению, и особенно, а может быть и к счастью, там нужно догадываться о смысле, потому что он в 430 году рухнул, а к тому времени это уже было после татаро-монгольского нашествия. И русские люди забыли, что значили все эти сложные скульптурные построения. И там вот святых к святым, драконов к драконам, в общем, так сказать, таким инвентарным образом сложили кирпичи, хотя понимали, что то есть эти камни резные, хотя понимали их значимость, и великий князь
Московский Иван III специально требовал, чтобы этот собор восстановили, несмотря на то, что он рухнул, и послал своего лучшего мастера Ермолина, чтобы это было сделано. Что важно для своеобразия русской архитектуры вот в том, что мы пока увидели? Это то, что здесь, в этих постройках Владимирской земли, то есть именно той земли, откуда пошло современное российское государство, с самого начала, с первых же храмов, построенных вот тем человеком, который отказался от престола в Киеве и утвердил свою власть великого князя именно во Владимире, то есть Андрея Боголюбского, с этого момента здесь соединились Византия и наследие античное, прошедшее через историю Западной Европы, то есть черты стиля, который в архитектуре мы называем романским. Летописец писал о князе Андрее, что со всех земель собрал он мастеров. И, наверное, он был прав, потому что у нас есть большое подозрение, что, например, вот эту плоскую резьбу, которую вы видели, видите под ногами святых, делали мастера из Багдада, которых захватили в Волжской Булгарии в одном из походов племянника князя Андрея, князя Святослава Всеволодовича, который, собственно, вот был основателем этого собора в Юрьеве-Польском. То есть с самого начала архитектура России в своем своеобразии стремилась соединить Восток и Запад. Но это был Восток и Запад Римской империи. То, что дошло двумя путями от античности. И в основе нашей культуры и нашей архитектуры все же лежит античная классика, таким сложным путем пришедшая. И кроме того, вот эта резьба, посмотрите на эти лица, ну, в них часто угадывали угро-финские черты, вот на колонне. Ну, тут, может быть, разная интерпретация, но угро-финские черты здесь, безусловно, были, потому что в Древнюю Русь влилась Меря, Чуть, Весь, Ижора, Мещера и масса других угро-финских народов. Это очень важно. Не только Восток и Запад Европы соединился, переплавился, чтобы создать идентичность русской архитектуры до монгольской эпохи, но и наследие тех людей, которые здесь жили, будь то русские, будь то угро-финны, живущие, естественно, в дружбе с славянами с тех пор. И это уже было стремление к созданию универсального архитектурного языка, на котором говорилось то, что нужно было сказать нам, не византийцам, не папе римскому, не даже халифу в Багдаде. К сожалению, это наследие и мысли, которые оно содержало, во многом погибло во время нашествия Хаямна Батыя и последующих событий. И еще одно из важнейших отличие русской архитектуры, вот ее своеобразие, негативное отличие, но очень важное, это
то, что монгольское нашествие заменило нам готику. То есть исторически у нас в то время, когда в городах Европы возникали такие соборы, как Нотр-Дам-де-Пари или соборы в Амьене, Реймсе, Шартре, Кёльне и так далее, мы, к сожалению, вынуждены были держать степную границу или собирать дань. И готика к нам не пришла. Ну, это отчасти было хорошо, потому что отношение Европы было уж совсем недружественным. Зная, что монголы наступают на нас с востока, как вы знаете, ордена крестоносцев ударили на нас с запада, и Александр Невский их отбросил. Но отбросил вместе с... Это как раз произошло в момент возникновения в Европе готической архитектуры Европы готического стиля. И у нас его не было. И вот после вот этого сначала соединения, появления византийских образцов, затем соединения византийской и романской архитектуры в единое целое, но с русской идейным содержанием, после этого во время возрождения российского государства наступила эпоха, которую у нас, к сожалению, до сих пор не признают практически большинство учебников. Это во время возрождения российского государства 15 и 16 века пришло настоящее возрождение. Такое же, как пришло в Италию, оттуда во Францию, Англию, Германию, весь мир, и в том числе в Москву. Московский Кремль, вы все его знаете. Но вот мы видим Успенский собор Московского Кремля. Его построил главный архитектор Болоньи, Аристотель и Фиораванти. Знаете, однажды я выступал об этом в Туре, в Центре высших исследований Ренессанса, и мне сказали, ну да, конечно, конечно, это Аристотель Фиораванти и все остальные, а у вас, я знаю, что, мы знаем, что у вас их было много, этих итальянцев, а мы знаем, уже теперь у нас есть 75 имен архитекторов, которые работали в России 15-16 века, архитекторов именно итальянского возрождения. И директор этого центра после моей лекции говорит, ну ладно, пусть у вас работали итальянцы, бог с ними, ну работали так работали, ну они наверняка были авантюристы, потому что они поехали так далеко, там из-за денег или из-за того, что вот Аристотеля Фиораванти обвиняли в том, что он был фальшивомонетчиком. Но у нас там непонятно, кто кого обвинял. Кажется, он сам написал донос на каких-то фальшивомонетчиков, а те на него. В общем, эта история сложная, и надо еще ее расследовать. Но это не важно. Важно то, что Аристотель Фиораванти работал не только в Болонье, которая была важнейшим городом. Он работал для миланских герцогов. И подружился в Милане с Антонио Аверлино, самым выдающимся, ну, одним из наиболее выдающихся теоретиков архитектуры Возрождения в Италии 15-го столетия, известного под именем Филарете, на русский язык переведенного трактат, вы его можете прочесть, правда, ну, очень длинный, это тяжело. Но 20 страниц там посвящено дружбе Аристотеля Фиораванти с автором. Он работал в Парме, он в Неаполе для Папы Римского, строил укрепление Будды для Матиаша Корвина. Султан пытался заманить его в Константинополь, чтобы строить. Там остались письменные свидетельства. То есть это был первостепенный архитектор и первостепенный мыслитель. И вот поэтому так трудно понять Успенский собор. Кажется, уж такое простое сооружение. Тоже так,
несколько опор, ну, скажем, 5 куполов, ну, такой Владимирский фасад, разделенный на прясла, вот на такие части простыми лопатками. Но на самом деле это удивительное сооружение. Ведь представьте себе, что все-таки это построил человек плоть от плоти итальянского возрождения. В самом буквальном смысле плоть от плоти. В чужой стране. Это так похоже на то, что было у нас. Ну, во-первых, его отправили во Владимир, как только он приехал. Стало это возможным вообще благодаря женитьбе, вы, наверное, знаете, Ивана III, великого князя московского, на наследницу византийских императоров Софии Палеолог, которую воспитывали в Италии. Ее воспитателем был как раз легат Болонии, кардинал Виссарион. Его квартиру, например, его дворец и даже его личные апартаменты отделывал тот же Аристотель Фиораванти. И тот же кардинал Виссарион обучал наследников последнего византийского императора и в том числе будущую великую княгиню московскую Софию Палеолог, передавшую это своему сыну Василию III, что, естественно, очень, очень важно. В это время в России было настоящее возрождение. Государство становилось мощным. В 1480 году, как вы знаете, произошло стояние на Угре, и мы освободились от зависимости от Золотой Орды. Был присоединен Новгород, Рязань, Тверь, чуть позже Псков, Русь вновь стала единой. И в это время впервые был избран главой русской церкви русский, до этого были греки в основном, присылавшиеся из Константинополя. К тому же Константинополя-то не стало. В 1453 году его взяли турки, и уже получать митрополитов было неоткуда. И вот русские епископы избрали митрополита Иону, и он выработал потрясающую формулу, что русское благочестие и красота церквей есть прежнее греческое богоустановленное благочестие. Цитирую дословно. И это же ренессансная формула по своей сути. То есть у нее есть ретроспективный идеал, как античный идеал у теоретиков Ренессанса. Только это имеется в виду греческое. Греческое, значит, византийское, то есть, ну, в общем, совсем запутаешься. На самом деле имелось в виду под этим словом архитектура Восточной Римской империи. Богоустановленное, идеальное, как идеальны были проекты многих архитекторов эпохи Возрождения, они стремились к созданию идеально гармоничных форм. И вот это представление о Возрождении, совпавшее с политическим возрождением Руси, ну тут, конечно, игра слов, соединилось с возрождением в буквальном смысле этого слова, с итальянским возрождением, с его неавантюрными какими-то деятелями, а великими мастерами, такой, как Аристотель был Аристотель Фиораванти. И в теории итальянского возрождения было понятие, они же тоже изучали историю архитектуры, естественно, манера грека, то есть манера, византийская манера. И когда Аристотель Фиораванти пригласил Семен Толбузин, посол Ивана III, тот его заставил поехать в Венецию и привел в собор святого
Марка. И наш летописец записал, что показал его как свою постройку. Это, конечно, летописец ошибся. Он показал, что он понимает, что от него хотят. Что он понимал, что он может отвечать заказу. Что он хочет, потому что собор Святого Марка самая византийская из построек Италии, которая была прославлена, ну, строилась она долго, и до, и после этого эпизода. Но она была действительно, Венеция была так тесно связана с Византией, то она была, входила в Равенский экзархат, то есть была, принадлежала Византии. А в конце уже, перед взятием Константинополя, сенат Венеции принял постановление, что нам надо защищать этот город, потому что по-настоящему-то он принадлежит нашей республике. И там доходы от венецианской таможни в Константинополе в 20 раз превосходили доходы императорской византийской таможни. Так что им было что защищать. И Аристотель Фиораванти прекрасно понимал, что он должен строить православную архитектуру, так, как ее понимали мастера Возрождения. И он и здесь соединилось русское представление о Возрождении, вот это прежнее греческое богоустановленное благочестие, и представление о православной архитектуре и ее наследии, разработанное мастерами, пожалуйста, давайте, итальянского Возрождения. Построено было очень много. Был большой кремлевский дворец, видите, такой, как итальянские палаццо. Здесь он в форме, зарисован в 18 веке, но в формах 17 столетия. Но я хотел вот обратить ваше внимание на колоннаду с колоннами. Это то, что оставалось от 15 века. Собор, где хоронили великих князей и царей московских. Собор Михаила Архангела, построенный Алоизио Ламберти да Монтаньяно, замечательным архитектором, перенесшим на русскую землю наследие венецианского ренессанса. А у каждого итальянского города был очень свой ренессанс. Вот Болонский перенес Аристотель Фиораванти, Болонский и отчасти Миланский, идеи Миланские. А Алоизио Ламберти да Монтаньяно настолько близко показал в своем вот этом соборе все детали. Пожалуйста, можно... все детали, характерные для венецианского ренессанса, что как бы исследователи даже не находят особой разницы. И, наконец, вот эта изумительная церковь Вознесения в Коломенском. Ну, летописи гласят, что ее строил Петрок Малый, Мальмалой, точнее, в 1532 году в честь рождения Ивана Грозного у Василия III, сына Ивана III и Софии Палеолог. Церковь уж совсем кажется ни на что не похожая, ни на что в мире. Петрок Малой был одним из последних итальянских архитекторов, которые работали в России эпохи Возрождения. И он сумел уехать на родину. Вернее, попытался убежать. Когда строил крепость Себеж, убежал. Тогда как раз умер Василий III. Тут началась какая-то смута между боярами. В общем, нехорошо все было при малолетстве Ивана Грозного. Он еще не был Грозным, к сожалению. И поэтому Петрок Малый уехал. Убежал, но его не хотели отпускать и устроили суд в Дерпте, куда он убежал из Псковской земли, ну, в Тартуте теперешнем.
И вот благодаря этим документам, которые были, это тогда Тарту принадлежал Швеции, которые были отосланы в Стокгольм, мы узнали настоящее имя человека, который вот это построил. Его звали Пьетро Анибали, а теперь мы знаем и продолжение. Это Пьетро Анибали ди Пиза, из Пизы. Из Пизы совершенно точно, потому что осталось несколько его документов. А как ни странно, в каждом итальянском городе в это время была своя манера ставить дату. И на нескольких документах, связанных с Пьетро Анибали, поставлена дата именно характерным способом для города Пизы. Мы теперь знаем, откуда он. Но, конечно, ничего подобного в Пизе найти невозможно. Искали уж повсюду, кто какие-то небольшие часовни, перекрытые шатровым сводом, кто даже кухни каких-то замков с высокими такими трубами. В общем, это в основном был анекдотический поиск. А на самом деле то, что стоит над Москвой-рекой, построенное вот этим замечательным, гениальным итальянцем, было продиктовано его заказчиком, полурусским, полувизантийцем, Василием III. Дело в том, что я недаром говорил вам, что существовал балдахин над алтарем Софии Константинопольским, огромный балдахин. Он был очень подробно описан святым Германом Константинопольским, и эти его описания было очень хорошо известно на Руси, можно массу доказательств этому привести, особенно то, что вот тут же присутствовал крупнейший византийский гуманист Максим Грек, автор массы произведений, в том числе ссылавшийся на святого Германа. И святой Герман точно описывает вот эту церковь в Коломенском, как тот вот Киворий, балдахин над самым святым местом православного Византийской империи, над алтарем Софии Константинопольской. Он был именно перекрыт шатром, потом был восьмигранник, потом были арки и колонны, которые вы все здесь можете увидеть. Но удивительно то, что не только то, что здесь снова лидирует в создании идентичности заказ русского государства. Важно, что снова, как вот в соборе Юрия Польского собирали эту 450 мотивов скульптуры из востока, из запада, из юга, из севера, откуда угодно, чтобы создать универсальный образ мирового единства. Так и здесь мы можем увидеть и ренессансные колонны с капителями, и такие окошечки маленькие вот между верхними пилястрами. К сожалению, тут указка не работает. Это мог сделать человек, только побывавший во Флоренции не ранее 1520 года. Готические, совсем не ренессансные. То, что ренессанс не любил, но то, что здесь, тем не менее, было включено, это вот эти вот вытянутые треугольные фронтоны, которые называются вымпергами. Вы видите арки, характерные для ранних московских церквей. То есть это снова создание говорящего универсального архитектурного языка. И вот это стремление и было всегда основой идентичности нашей архитектуры. Посмотрите, вот этот классический облом сделан в Москве 1532 года. Этому, надо сказать, специалисты по Ренессансу из Франции или Италии не верят. Я вот с несколькими ездил туда, в Коломенское, чтобы показать.
Мне говорят, это немыслимо, это невозможно, это только во Флоренции, это, ну, или уж на худой конец в Пизе, или где-нибудь вроде этого. Я не показываю стены и башни Кремля. Просто для экономии времени, тут еще замечательный трон на галерее. Очень бы хотелось рассказать об его истории, но, наверное, времени у нас на это нет. Дело, я скажу сразу, в чем суть. Этот трон не для Василия III, а для Иисуса Христа. Это эпоха, это, то есть как бы трон и вот эта вот вся церковь, символ православия, то есть символ того вот прославления православной святыни, которая была когда-то в Софии Константинопольской. Это было, в общем, эти идеи были сформулированы таким монахом Филофеем из Елизарьева монастыря в послании к великому князю Ивану Василию III. Вы, наверное, его знаете, это послание. Два Рима пали, третий стоит, четвертому не быть до скончания века. То есть первый Рим древний, второй Рим и новый Рим, Константинополь, третий Рим, Москва, а четвертому не быть до скончания века, то есть второго пришествия Христа, когда кончится время. И на многих иконах и на многих мозаиках византийских, да и, собственно, в римской традиции города Рима, очень часто главным в церкви было изображение пустующего престола, который ждет Христа, который должен вернуться, чтобы судить мир. И вот здесь, в Коломенском, был построен из камня престол, который ждал и ждет Христа в его втором пришествии. Эта идея, конечно, поразительная, поразительная в своей чувственном выражении. И это тоже часть нашей идентичности. Мы хотели собрать все лучшее, что было в мире, почти с самого начала своей государственности. Мы хотели рассказать о том, что мы обо всем этом думаем, и прежде всего об этом мире, практически в каждом таком значительном памятнике, в постройке. И мы хотели сделать это очень ясным и чувственным образом. Предположим, в римских церквях это делается в алтарной мозаике, такие вот троны пустые. Их не, ну, можно увидеть, но их не потрогаешь. Можно потрогать, но он будет плоский. А это трон, на него лучше, конечно, не садиться, но это трон, на который может сесть Господь, придя судить нас. И все-таки позволю себе сказать еще одно. Стены и башни Кремля тоже были построены итальянцами, целой большой группой, но во главе ее стоял Пьетро Антонио Соляри. И вот меня просто бесит то, что на наших итальянцев ренессансных, которые подтверждают, что у нас был полноценный ренессанс, здесь, вот в России, особенно в Москве, да не только в Москве, там крепость Ивангород, например, на берегу Балтийского моря тоже была ренессансной, да и не, ну и многое другое. Меня просто вот бесит, что, что это не признается многими зарубежными учеными, что это, что наших таких замечательных людей, которые здесь работали десятилетиями, обзывают авантюристами. Так вот, стены Кремля, Пьетро Антонио Соляри. Кто был Пьетро Антонио Соляри? Что он делал до этого? Перед самым, он, что перед тем, как уехать в Москве, завершил неф церкви Санта Мария делле Грация в Милане. Перед ним, до него,
роспись трапезной перед этим нефом создал в виде Тайной вечери Леонардо да Винчи. А когда Пьетро Антонио уехал строить кремлевские стены, хор церкви закончил основоположник высокого ренессанса Донато Браманте. То есть Пьетро Антонио Соляри оказывается между, вот работающим между Леонардо да Винчи и Донато Браманте. Ну какой же это, слушайте, это просто даже так обидно, что они так называют. Это архитектор, если посмотреть на Кремль, самоштабный Браманте и Леонардо да Винчи. Потому что это, безусловно, самая впечатляющая и самая большая крепость в ломбардском духе ломбардского ренессанса в Европе. Вот у нас тут сидит специалист по фортификации Возрождения. Если я не прав, то подтверждаете? Спасибо. Вот. Тут человек книгу написал. Вот. Так что... Итак... Очарование античностью в ее восточно-римской форме, то есть византийской. Потом мастерство кирпичных мастеров Византии, принесенное в X веке на юг России. Планы простейших, будем говорить, церквей Константинополя, соединенных с резьбой средневековой Западной Европы и, я думаю, что отчасти исламского мира и народной резьбой, особенно знаменитой, прославленной этим у графинской культуры. Затем полноценный, ничуть не хуже, чем во Франции, Англии и Германии Ренессанс. У нас этот путь, это европейский путь архитектуры. Да, у нас не было готики в силу объективных причин, весьма существенных, нашествия, которое нам очень дорого обошлось. И просто не строили. Ну и, может быть, и не стали бы строить, но это уже в области догадок. Не могли. Вот это, собственно, основа пути, после которого началось что-то уже совсем невероятное. Византия пала, Константинополь взят турками, греки еще перед этим подписали унию с Римом, то есть предали православие. Московские государи, да и вообще москвичи и русские люди были в растерянности. Был страшный шок от утраты идеала. Они пытались создать идеал вот, в виде церкви в Коломенском, но это, конечно, было сугубо частное начинание Василия III, который после этого он буквально очень быстро умер и мало кому успел что объяснить и не успел продолжить эту традицию. И вот от этого шока страшного, от падения Константинополя и, кажется, такого кризиса православного мира, произошел собор Василия Блаженного. Именно поэтому он такой совершенно невероятный. Здесь, впрочем, использованы все те же самые элементы, которые мы видим в Коломенском и даже больше. И эти треугольные готические вымперги, то есть вот эти треугольные вытянутые фронтоны, и совершенно классические карнизы, и полуциркульные в московском духе арки.
На купола, пожалуйста, не обращайте внимания, это 18 век. Они очень путают. На самом деле, это были шлемовидные купола, как и вообще во всех русских церквях того времени, а луковичные появились в конце 16-го и распространились в 17-м, видимо, под воздействием немецкой интерпретации купола Кувукле, надгробия вот внутри храма гроба Господня в Иерусалиме. Вот Василий Блаженный. Снова соединение всех возможных элементов без эклектики. Почему не возникало эклектики? Потому что была отчетливая идея смыслового замысла. Во-первых, сейчас я о нем несколько слов скажу. Но кроме того, была абсолютно отчетливая ренессансная основа в плане. Вы посмотрите, этот план мог нарисовать Леонардо да Винчи. И рисовал. Сохранилось в одном из рукописей его, хранящемся в Виндзоре. Подобные храмы рисовал, вот это план, кстати, сам храм. Этот самый похожий из того, что можно найти. Друг Аристотеля Фиораванти, привезший вот эти рисунки в Москву. Филарета Антонио Аверлина. Ну уж чем уж это так отличается от Василия Блаженного? Отличается, конечно, тем, что Василий Блаженный еще более насыщен. Здесь одна идея такой регулярности, величия, а у Василия Блаженного 9 церквей. Центральная посвящена Покрова на рву. Ну да, соборный, поэтому и называется официальным собором Покрова на рву. То есть, прежде всего, покровительство Богородицы над русской землей. За ней, прямо на восток, это предел Троицы, символ верности православию и православным догматам русского государства. Ниже, вот самая нижняя церковь, входа в Иерусалим, опять та же идея, связана с возвращением Христа. Остальные церкви посвящены святым, которых чтили в дни различных русских побед во время одной войны, взятия Казани. То есть это идея российского государства, во-первых, четко выраженная в религиозных символах и также в религиозных символах выраженная история войны. Поэтому это очень отчетливый смысл. И он не делает эту постройку эклектичной, а позволяет ей достичь удивительного универсализма и того, что в 18 веке великий французский архитектор Клод Николя Леду назовет говорящей архитектурой. Мы всегда к ней стремились и достигли значительно раньше. Тут была показана верхушка Спасской башни Московского Кремля. Вот нижняя часть – это Пьетро Антонио Соляри, а верхняя часть – это такой русский каменщик Бажен Огурцов, и ему помогал мастер из Эдинбурга Кристофор Галлоуэй. Вообще-то он делал часы, но заодно и некоторую резьбу, вот эту как раз удивительную резьбу на завершении башни. Ведь вроде бы она должна быть, но она выглядит готической. Да, вы представляете, что такое готическая, наверное, резьба. Да? И готические украшения, фиалы готических соборов. Но вы посмотрите пристальнее. Ведь там все составлено из элементов ордерных.
вся эта готика составлена из ордерных элементов. И вот и это вот соединение Ренессанса и готики с очень сильным смысловым акцентом, потому что здесь это был главный въезд в Кремль, и это была первая серьезная постройка и манифест новой династии, династии Романовых. И Василий Блаженным ренессансный план и удивительная совершенно литературная и универсальная архитектурная украшение этого плана и создание того мистического и говорящего образа. Это то, что в искусствоведении в любой стране, Китая, Чили, Чехии или Италии, называют манеризмом. Я называю это немножко сложнее. Называю это поствизантийским манеризмом, потому что это сразу все объясняет. Что такое манеризм, вообще все искусствоведы и, в общем, большинство архитекторов догадываются. А вот откуда он взялся в русской архитектуре, объясняет слово поствизантийский. То есть это последствия того шока от падения Константинополя, от вот этого страшного кризиса православного мира, который потряс Россию, которая в результате возвела Церковь Вознесения в Коломенском с этим троном, который ожидал второго пришествия Христа. Собственно, дальше, я мог бы рассказывать дальше, но это еще одна лекция. Наверное, я лучше сберегу время для своих коллег, потому что главное то, что я хотел сказать, я сказал. А остальное шло так же, как и у всех. Сначала был барокко, потом классицизм, потом эклектика, модерн. Ну, можно перелистать. Наша Нарышкинская барокко, Петровская барокко в его не сохранившихся триумфальных арках, Петровская барокко в Петербурге, которая приобретает северный характер из-за участия там таких северных людей. Ну, там вообще был бог весть что. Там участвовали все. И расцветшая в императорской российской барокко усилиями фактически одного человека, графа Бартоломео Франческо Растрелли. Просто я не могу вам не показать эту аэрофотосъемку Царского села, потому что это не хуже Версаля, не хуже Казерты. Это великое искусство регулярного сада на стыке барокко и классицизма. И, наконец, пришествие Екатерины, замена приказным порядком одного стиля на другой, на классицизм, усилия Академии художеств на протяжении двух столетий по его введению, создание самой великой в мире классицистической утопии, которая, слава Богу, не полностью осуществилась, вот Кремль не сломали, а хотели, как вы помните, построить эту вот часть модели, которая должна была заменить собой Кремль, сделанный Василием Ивановичем Баженовым, его же дом Паскова, пожалуй, самая яркая, может быть, в мире из произведений классицизма XVIII века термы римлян в Царском селе Чарльза Камерона, плафон Агатова комнаты, и это будуар Екатерины II, весь из литого серебра, такого особого стекла опалового, с впаянными
медальонами из бронзы и эмали. Все это погибло во время Второй мировой войны, но осталась Камеронова галерея. И целый мир, который был создан вокруг нее, китайский ансамбль в Царском селе, памятники побед, воспетые Пушкиным. Вот это, кстати, башня-руина Фельтона, снова говорящая архитектура, снова соединение турецкого, вот турецкая – это маленькая вот эта беседочка, мощной Греции, которую надеялись возродить и поставить во главе его великого князя Константина Павловича, поэтому его назвали Константином в честь императора Константина Великого, который перенес столицу из Рима в Константинополь. А вот, собственно, она была построена и была осуществлена, вот самая великая, нигде в мире это тоже не было, из утопии классицизма. Были созданы образцовые планы всех городов Российской империи при Екатерине 384, при Александре I 111. Потом были сделаны альбомы абсолютно всего, 228 образцовых чертежей, партикулярных строений, то есть частных домов, альбомы церквей, альбомы мостов, альбомы образцовые все, оград, разбивки кварталов, скверов, площадей, тюрем, дворцов губернатора, госпиталей, ну и всего остального тоже. И все это было включено в свод законов Российской империи указом императора, и было везде написано «быть посему». То есть это была осуществленная утопия в формах архитектуры классицизма. Она просуществовала, началась при Екатерине, просуществовала в царствовании Александра, Николая, пожалуйста, Николая I, и создала замечательные постройки классицизма, ярче всего, конечно, выраженные в Росси, в его вот этой замечательной арке здания Сената и Синода, под которую уходит Галерная улица, в театральные улицы, которые носят его имя теперь, в Дворцовой площади. Ну, потом, как и во всей Европе, началось обращение к различным стилям, в том числе и неорусскому, и появились идеи новой архитектуры, соединявшиеся сначала с историзмом, как вот этот свод, абсолютно новаторский свод Шухова с такой мелкой декоративной отделкой Померанцева. Замечательный русский модерн, его, на мой взгляд, самое великое произведение – это лестница дома Рябушинского, теперь музея Горького в Москве. Если не были, обязательно сходить, уж там не быть никак нельзя. Это вот лестница, там, в принципе, идея этого дома заключается в том, что вы находитесь все время под водой. Она посвящена опере Садко. И там фриз, он как бы из камышей и цветущих водных растений. А со второго этажа вниз падает вот эта вот лестница, как волна. И она разбивается. А паркет, на паркете, ну, это рисунок волны продолжается. А дальше он уже у настоящего входа в дом, потому что у нас теперь почему-то все входят с черного входа. А вот надо пройти к настоящему, то есть с Никитской улицы, встать, и вы увидите там, как галька выложена, след волны, вот этой вот падающей со второго этажа. То есть русский модерн был тоже очень великий. Ну, о русском авангарде я уже и не говорю. Это уже которое, я даже счет потерял, из великих утопий в русской архитектуре. Константин Степанович Мельников в своем доме в Кривоарбатском переулке. Абсолютно, так сказать, икона
архитектуры 20 века, может быть, самый известный дом архитектора. Вот это мое любимое здание конструктивизма, построенное Николаем Сергеевичем Николаевым на улице Орджоникидзе в Москве. Тоже, если не были, обязательно сходите. Там сейчас общежитие Института стали и сплавов. Строился этот дом как дом коммуны текстильного института. И это самая крупная постройка конструктивизма и вообще архитектуры авангарда в мире. Потом было грустно. Взрывы. Это руины после взрыва храма Христа Спасителя. И уничтожение огромного числа памятников архитектуры. Не знаю, наверное, 90% усадебных домов, 70% церквей, почти 100% парковых павильонов, в том числе и в Москве на Садовом кольце, которых было там более 200. И во имя еще одной, тоже великолепной и тоже великой утопии, которая пришла приказным порядком на смену авангарду, это утопия сталинского неоклассицизма. Тогда неоклассицизм был в Америке, он назывался федеральным стилем, в Германии, естественно, в архитектуре Третьего Рейха. Была серьезная классическая тема в итальянском рационализме, особенно в колониальной архитектуре Англии. Это вот ансамбль дворца вице-короля в Дели, теперь президента республики, ну и там масса других. То есть это не то, что только у нас был неоклассицизм после авангарда. У всех был. Но у нас он был все-таки самый богатый, самый основанный на тщательном изучении. Вот как, ну, вы видите, это ВДНХ, фонтан дружбы народов и главный павильон. А эти капители – это капители дома Желтовского на Маховой, величайшего исследователя и поклонника итальянского великого мастера из Виченцы Андреа Палладио, сделанные по его четырем книгам. И снова утопия индустриальной архитектуры. Надежда на то, что вот в этом, в этой среде возникнет то благополучие каждому от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но расчеты были неправильные ни в политическом, ни в экономическом, ни в строительном смысле. Они забыли посчитать расходы на транспорт, когда строили крупнопанельные дома. А к концу советской эпохи расходы на перевозку строительных вот, панелей и строительных материалов достигло 60%. В общем, век, нет, почему же век, тысячелетия великих утопий, сменявших одну другую в нашей архитектуре. Не знаю, где это было еще так. Мне не удалось найти. По-моему, это делает нашу архитектуру самой интересной и одной из самых богатых, необычных и открытых всему миру из всего, что есть в зодчестве на этой планете. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Олегович, русская архитектура – это, конечно, предмет для изучения любого архитектора из России. Мы здесь собрались из разных регионов, и вот у нас есть две девушки из Саратова и из Брянска, которые хотят вас поблагодарить и подарить вам подарки. Я передаю им слово. Здравствуйте, я Мария Неязова, я из города Саратов. Большое вам спасибо за то, что приехали сюда снова. Я просто второй год уже на этом форуме, и я очень рада вас видеть. И хочу вам подарить подарочки из Саратова. Спасибо. С нашей архитектурой. Спасибо большое. И небольшой сувенирчик от меня. Ой, спасибо.
Здравствуйте, я Синицкая Анастасия, я тоже тут второй год. Мне тут безумно нравится, очень нравятся ваши лекции, очень познавательные, интересные. Я думаю, что нам помогут они в дальнейшем. Я из города Брянска, из 12-й пятнашки, и хотелось бы вам подарить подарок. Эти открытки с видами на Брянск. Это очень красивый город. Ой, спасибо. Брянск – это город воинской славы, у него интересная история, я думаю, вам должно понравиться посмотреть. Спасибо. Спасибо большое. А вопросы мы не, у нас не будет? У нас, к сожалению, уже нет времени, ага. Дмитрий Олегович. Ну тогда тем лучше. Мы прямо передаем нашему замечательному архитектору, профессору Мархи, да? Ну его объявят. Добрый вечер. Сейчас перед вами выступит замечательный Дмитрий Валентинович Величкин. Он является профессором МАРХИ, заслуженный архитектор Российской Федерации, а также член правительства Союза архитекторов Москвы. И он прочитает для вас лекцию об истории мастерской. Добрый день. Очень приятно вас всех видеть. Ну вот сейчас была интереснейшая лекция по истории русской архитектуры. Утром вам рассказывали про зеленую архитектуру, а я попытаюсь вам рассказать о своем личном опыте создания нашей мастерской. Ну и покажу то, что мы сделали. Нашей мастерской в этом году 28 лет. То есть мы как архитекторы, как самостоятельная единица образовались в 1988 году. А история создания, в общем-то, на самом деле достаточно банальна. Ваш покорный слуга закончил Московский архитектурный институт, был оставлен на кафедре в качестве ассистента, через два года поступил в аспирантуру, и все это время, пока я преподавал в те годы в МАРХИ и учился в аспирантуре, я был активным участником бумажной архитектуры. Кто-нибудь знает здесь среди вас, ну, кроме преподавателей, конечно, что такое бумажная архитектура? Если кто знает, руки поднимите. О, очень немало, да, здорово. Вот, но тем не менее, маленький экскурс, два слова о бумажной архитектуре я вам расскажу. Все это началось в 80-м году, когда проект Михаила Белова и Максима Харитонова получили первую премию на японском конкурсе журнала Japan Architect. Тема конкурса была «Дом-музей, жилье». Этот конкурс произвел эффект взорвавшейся бомбы, потому что на страницах такого труднодоступного в те годы журнала Japan Architect вдруг появился проект Михаила Белова. И все ходили, показывали друг другу. И, собственно говоря, это было стартом бумажной архитектуры, потому что на следующий год была тема Хрустального дворца, и наши российские архитекторы получили не только одну первую премию, но еще и вторую, и еще поощрительную, и так далее. И, собственно, этот период, он ознаменован тем, что появилось устремление у молодых архитекторов, которые только что закончили институт или там год-два, которые не нашли себе никакой работы, но были полны энергии, как и вы, я надеюсь. И эта энергия выплескалась вот в серию этих проектов бумажной архитектуры. Все они были рассчитаны на то, что всегда в проекте присутствовала идея литературная, художественная, ну и самое главное, чем, собственно говоря, эти проекты потрясали японское жюри в те годы, потому что эти все проекты были выполнены на очень высоком художественном уровне, потому что любой из листов, который посылался на этот конкурс, это было художественное произведение, выполненное либо в акварели, либо это была там ручная графика в карандаше или в туши, или вообще афорт, который значит, часто эксплуатировали Бродский и Уткин.
Представляете, пришлось даже купить офортный станок для того, чтобы делать листы для этого конкурса. И, в общем-то, было за что, потому что премии, которые присуждались за участие или победу в этих конкурсах, были настолько значительными, что, например, когда я получил вторую премию, я купил квартиру трехкомнатную. Вот. Ну, это по нынешним временам это другие, конечно, цены, но по тем временам это были колоссальные, огромные деньги. Поэтому был еще и такой стимул. Так вот, о себе. Я тоже был участником, начиная с 1981 года, этих всех конкурсов. Достаточное количество было выиграно этих конкурсов. И, собственно говоря, любой подход в бумажной архитектуре начинался с того, что придумывалась некая идея, вот литературная, о которой я вам рассказывал, и она имела некое развитие. Сейчас я вам покажу часть своих работ, в числе них там будут несколько проектов конкурсных, о которых я немножечко расскажу. Пожалуйста, дайте мне папочку. Да. Ну вот тут есть акварелька такая, которая называется «Привет советам». Это некий вообще такой общий фон, немножко на позднее, 90-х годов, уже под 90-е. Тем не менее, значит, я сейчас пролистаю эти картинки. Вот этот проект – это первая премия национального тура на конкурс «Жилище будущего» ЮНЕСКО объявленного. Это проект, поощрительная премия конкурса «Дом сегодня». Это британским архитектором, архитектурным журналом АД был объявлен этот конкурс. Мы получили премию. Это некие экзерсисы к будущим проектам. Это все акварели. Ну вот опять тема такого, видите, движения куда-то, где есть контраст и исторический, и советский, и даже намечается некий будущий сити в Москве. Или некий такой вот поход человека с утра после пива вот по улицам Москвы. Это работа из серии «Путешествие бумажного кораблика» из дворца совков к дворцам сыпучих. Конкурсный проект на Кропоткинскую площадь в Москве, на уголок Кропоткинской площади. Еще один конкурсный проект, это под названием «Стеклянная башня» для японского конкурса. Некий экзерсис на тему кладбища архитектуры. Еще одна картина. Конкурсный проект «Монумент 2001 года». Был такой конкурс объявлен. Вот этот проект называется «Музей архитектуры». Суть идеи в следующем, что в неком историческом городе существует центральная площадь, ну, обычно рыночная, на которой изображен план этого же самого города, но в масштабе 1 к 15. Поскольку план представляет собой систему кварталов, то каждый из кварталов – это такие макеты в масштабе 1 к 15, которые в случае неиспользования площади поднимаются наверх и выстраивают некий такой макет этого же города, ну, в масштабе 1 к 15. Для детей это площадка развлечения, для архитекторов это некий полигон, чтобы можно было бы использовать для того, чтобы проверить свои архитектурные возможности. Ну а для простых людей, когда это все закрыто, это просто стеклянные лужи. То есть здесь такая концепция некого уменьшения до бесконечности этой площади. И когда это не используется, это отражение в этих лужах реального города. То есть вот такой проект, он получил вторую премию на японском конкурсе. Вот этот проект, о нем тоже несколько слов. Это тема музей скульптуры. Здесь изображены, если вы видите сверху, три такие картинки. Одна слева вверху – это Бернини скульптура «Аполлон догоняет Дафну». Средняя картинка – это, собственно, ортогональный фасад. И надпись «Камера музей». Правая картинка изображает некую идею камеры обскура.
Значит, в чем суть проекта? В нижнем левом углу изображена перспективка такая. Это некий универсальная улица, некая довольно распространенная в Европе, состоящая из одинаковых домов. И вот человек, который идет по этой улице, вдруг набредает на скульптуру Аполлона, которая находится на постаменте. Причем он там стоит прямо на тротуаре. Он подходит к этой скульптуре, рассматривает ее, поворачивает свой взгляд и вдруг видит постамент, на котором написано «Дафна». Вроде бы ее нет на постаменте, но тем не менее она присутствует, потому что в задней стенке вот этой коробушечки, вот на плане, который изображен в середине, это видно, сделан проем по силуэту этой скульптуры, через который этот человек любознательный проходит и вдруг видит в ракурсе пятку убегающей скульптуры Дафны. Ему становится интересно, он пытается подняться к этой скульптуре, но проскакивает по ступенькам мимо нее, потому что она находится чуть ниже. И оказывается среди зеркальных плоскостей, в которых она многократно отражается. Пройдя сквозь анфиладу этих зеркальных плоскостей, он оказывается у некого шара, символического, на самом деле, лаврового дерева. И если он когда-то читал миф о Дафне и Аполлоне, то он вдруг понял, что он только что был живым Аполлоном, который пытался поймать Дафну. Значит, вот этот проект получил вторую премию в 1983 году. О нем было написано следующее, что молодые архитекторы сняли фильм в виде своего проекта, где, значит, посетитель вдруг оказывается участником всей этой истории. Это панорама некого города, который, может быть, кому-то напомнит Париж, а может быть, еще что-то. На самом деле, это совершенно фантазийная картинка, как некий экзерсис какому-то одному из будущих конкурсов. Некая такая перспективка, ортогональная картинка, акварельная на тему путешествия различных стилей. Конкурсный проект на тему «Свет как средство коммуникации», где вся идея заключается в том, что вот слева в углу вы видите план неких супрематических форм. Внизу следующая картинка – это фасад, значит, такой ящик с колечком. Дергаете за колечко, и оттуда выбрасывается вот такая вот елка, которую можно повесить, и она будет светиться. Это некий Млечный путь, соединяющий, значит, некую бесконечность. Еще один проект – это стиль 2000 года. Экзерсис, пропала картинка. Экзерсис на тему движущихся объемов, которые развиваются в некий стилистический хаос, который потом превращается в некое единство. Можно это все закрыть. Эти все картинки я вам показал потому, чтобы, ну, как бы чуть-чуть передать ту атмосферу, о которой идет речь, как все происходило. И вот, будучи уже лауреатом 16 международных конкурсов, я вступил в Союз архитекторов. Вступить в Союз архитекторов в 1988 году – это приблизительно, если позволят уважаемые академики, как вот сегодня стать членом-корреспондентом Академии наук. Это была очень почетная организация. И, собственно говоря, я был членом этой организации. Учился я в аспирантуре. Ко мне пришел мой приятель и говорит: знаешь, вот есть такой режиссер по фамилии Кургинян, сейчас известный политолог, он часто выступает по телевидению, у него есть театр-студия такая небольшая, вот ему отдали небольшой конюшенный сарай, и он там собирается сделать театр. Давай займемся этим проектом. Ну, почему бы не заняться, давай займемся. Вот познакомились мы, я в частности, с Кургиняном. Было много интересных слов сказано в постмодернизме, о том, как движется вперед субстанция, развитие человечества и так далее. Мы
решили, что поскольку денег не платят, но время есть, надо заниматься этим по вечерам. Собрались где-то в маленькой комнатке в коммунальной квартире и по вечерам стали фантазировать на тему этого театра. Ну, первое, что пришло в голову, это следующее. В этот момент был объявлен конкурс на Пражском квадринале на театральный центр в реальной градостроительной ситуации. И было решено принимать участие в этом конкурсе, ну, на базе вот того самого сарайчика, который Кургиняну отдали. И мы тут расфантазировались. Ну, во-первых, один сарайчик – это мало. Поэтому взяли целый квартал, то есть там 6 домов, включили в общий комплекс. Во дворе сделали амфитеатр, придумали, где расположить зал, театральные музыкальные сцены и так далее. При этом, значит, главная идея состояла в том, что вот этот вот центральный амфитеатр, который находился во дворе, он был разборный. Он состоял из таких тележечек, которые с одной стороны это лесенка, а с другой стороны там сидел билетер с окошком. И эта штучка, она еще могла ездить по городу и быть такой кассой. Она ездит по городу, продает билеты на вот это представление, которое будет вечером. Сделали макет, сделали какую-то экспозицию и отправили на конкурс. Получили первую премию. Совершенно неожиданно. И прошло какое-то время, показали этот макет господину Кургиняну, который, значит, вскочил, у него заблестели глаза, он говорит: «Продайте». То есть это были наши первые финансовые отношения с театральной публикой и вообще с развитием театрального движения. Мы продали этот макет. Он побежал в моссовет, показал этот макет, и ему под этот макет отдали весь этот квартал. И, в общем-то, с этого началась уже реальная работа над этим театром. Были всякие премии. Первая премия на конкурсе архитектуры СССР. Первые выступления на ЭКОСе, тогда только что созданном экспертном консультационном совете Москвы. В общем, ну, все регалии, которые можно было получить. Пожалуйста, вторую папочку. Вот планчик уже более-менее осмысленного и законченного сооружения. В правом нижнем углу – это, собственно говоря, конюшенный сарай. Вот видите, прямоугольничек такой с выступающим пупырем, там лесенка находится. Слева внизу квадратик – это план небольшой усадьбы жилой. Слева вдоль – это некие вот гаражные пространства, которые были сделаны в этом доме. И выходящим на противоположную сторону – это в нашей транскрипции был, собственно говоря, театральный блок. В середине вы видите вот эту площадь театрального вот этого самого амфитеатра. Нижняя красная линия – это Спольный переулок, а верхняя красная линия – это Садово-Кудринская улица. Вот сейчас я пролистаю эти планчики. Вот видите, вот так располагался зал. Один, второй, значит, там он артистический блок, накопительная. Это третий уровень, собственно говоря, и, собственно, план кровли. Вот так это здание выглядит сегодня. То есть вот это все, что покрашено желтеньким, это практически не до конца осуществленная идея нашего театрального здания. Сейчас я полистаю и потом объясню, почему. Марина Нащукина считает, что вот этот домик с колоннами – это ранняя постройка Желтовского, хотя это совершенно не так. Вот, аж я копался в архивах и знаю, что этот дом, он случайно был на самом деле построен, принадлежал княгине Малич до революции. А справа действительно это был конюшенный сарай, он был немножко меньше, но мы его надстроили. Вот, собственно говоря, фасад самого театрального объема. Это вот с другой точки. Это несколько кадров из интерьера этого зала построенного. Перспектива со стороны Садово-Кудринской, значит, со входом в этот театральный комплекс, и перспектива со Свольного переулка. Собственно говоря, вот с этой большой работы началась наша мастерская, потому что мы сидели непосредственно на стройке вот в этом желтеньком доме во флигеле.
День наш начинался с того, что мы выходили на стройку, обходили в течение часа-полутора всю площадку, записывали вопросы, отвечали на вопросы, был такой авторский надзор, потом возвращались в свою мастерскую и, значит, соответственно, готовили документацию на следующий день, чтобы отвечать на вопросы сегодняшнего дня. Так было в течение 2 лет, а потом работа кончилась. И вообще то время, это 88-й, 89-й, 90-й год, начинались лихие 90-е, пустые полки в магазинах, архитекторы сидят без работы, и вообще все плохо. Вот работа кончилась, а мастерская вроде существует, и стройка вроде бы идет, но ничего не происходит. И вот тогда Ирина Коробьина, которая сейчас является директором Музея архитектуры Московского, решила создать выставку, которая называлась «Мой дорогой дом». Интересная выставка. Она поехала по мастерским своих знакомых архитекторов с тем, чтобы посмотреть, а что же делается в индивидуальном строительстве. Это 90-й, там, 91-й год. Вот что там делается? И, в общем, набрала на целую выставку. И лидерами этой выставки оказались мы, потому что к этому моменту спроектировали ряд индивидуальных жилых домов. Для России, в общем-то, невиданная вещь, потому что я подробно не буду говорить, но просто расскажу, что, например, в 1989 году, если бы вы захотели построить индивидуальный жилой дом, то могли бы себе построить дом площадью, жилой площадью 60 квадратных метров. Но уже появлялись заказчики, у которых были средства на более крупные сооружения, которые хотели жить, ну, приблизительно по европейскому образцу. И, в общем-то, первый дом, который мы построили, он был площадью 250 метров. И согласовать его было практически невозможно. Но помогла случайность, потому что один из архитекторов главных районов, где мы согласовывали этот проект, был однокашником моего партнера Николая. И, в общем-то, мы согласовали следующим образом, что дом 60 метров квадратных жилой площади, все остальное – это подсобная площадь, которая разрешается при загородном строительстве. Прошу следующую папочку. Сейчас мы посмотрим картинки по этому периоду. И я думаю, что вам будет интересно. А что там, проблема какая-то? Павку жил... А, о, спасибо. Это вот одна из акварелей, потому что я хочу вам всем еще напомнить, что это был докомпьютерный период, и мы все чертили руками и рисовали руками, и красили тоже руками и головой. И, ну, вообще было интересное время. Вот я вам сейчас покажу первый из этих домиков, вот он, про который я вам рассказываю. Он был построен в 1989 году, ну, почти в 90-м, что называется. История его строительства удивительна. Заказчик купил старый генеральский участок, полгектара, снес деревянную дачу и на месте этой дачи построил вот этот дом, у которого есть полноценный подвал и 2,5 этажа. Белый и красный. Вот в нашей транскрипции он называется Red House, потому что красный кирпич, белая штукатурка. Ну вот это все, что можно было тогда использовать в те годы. То есть человек купил кремлевский кирпич красный, сделали выступ вкладки, потом ее отштукатурили. Где-то он добыл меди и облицевал медью, значит, кровлю. Это максимум того, что можно было найти из строительных материалов в это время. То есть того богатства, которое есть сейчас, об этом даже никто и не слышал. Дом получился удачный, и когда начался 91 год, был путч, заказчик прибежал и говорит, чем его закрыть, чтобы не отобрали завтра. Я говорю, подожди, еще неизвестно, чем закончится. Как, говорит, вот стреляют, там все уже, кошмар, танки на улицах, ужас. Я говорю, не бойся, ну и слава богу. Заказчик живет в этом доме вот эти все годы.
когда он строил дом, требования были очень скромные, потому что это была относительно молодая пара без детей, и они не планировали детей. Но в этом доме родился ребенок, он вырос, закончил Суриковский институт, очень хороший художник, работает сейчас в Австрии. Вот, поэтому замечательно, вот в доме вырос художник, здорово. Это тоже постройки чуть более позднего, буквально на пару лет периода. Там три дома в одной композиции. Это, правда, съемка старая, сейчас чуть более все зелено. Один из этих домов. Господа, это 20 с лишним лет назад. То есть многих из вас не было в живых еще тогда. Поэтому я прошу сделать скидки. Там дальше мы увидим чуть-чуть другую архитектуру и другие дома. Это просто некая история того, как все развивалось, так или иначе. Ну вот какой-то такой, по моему представлению, дворец. Вот, видите, с таким садом волшебным, состоявшийся проект. Тем не менее. Вот это уже совершенно другая категория дома. Здесь 1200 метров. Это 1994 год. Появляются кое-какие материалы, и то по спецзаказу. Ну вот там первые окна стеклопакетные. Появились художники, которые могут делать ковку замечательную. Нашли каких-то скульпторов, которые перешли в лепщиков по гипсу, которые смогли сделать какие-то детали. Ну а самое главное, есть возможность чуть-чуть оттянуться, представить романтический образ на ниве нашей русской архитектуры. Вот это вот противоположный фасад этого дома. Дом на Никольной горе, кстати, находится. Ну, некие планы, как, собственно говоря, подавали. И вот начинается чуть более поздний период, это уже 98-2000 годы. Такой эскиз по тому, как на рельефе можно было бы расположить дом. Некий такой скетчик на эту тему. Промежуточно небольшой еще домик, 400 метров построенный. Ну, какая-то тема на будущую заявку. И вот, собственно, вот этот дом. Это его над рельефом споркнувшая такая беседка. По мостику туда можно дойти. И, собственно говоря, сам дом. Дом большой, 1700 метров. В очень интересном месте, с рельефом, в котором удалось сделать многое. И систему террас, и открытых галерей, и больших достаточно витражей на тот период времени. Вот так он выглядит вечером во время с подсветками. Тоже вечерний фасад. Это интерьер этого дома. Это дом, в котором пришлось проектировать все. И экстерьер, и интерьер, и даже подбирать аксессуары. Гостиная с большим вот таким вот окном, дыркой, которая выходит в многосветное пространство с мостом. Вот такой мост, ведущий в главную спальню. Под ним стоит бильярд, который спроектирован в единственном экземпляре и стоит именно здесь. Вот так выглядит гостиная. Кухня, переходящая в столовую, с окном, раскрывающимся в парк. Спальня с большим витражным окном, выходящей на террасу и тоже в парковую зону участка. Ну, ванная комната, в которой применены все возможные материалы на тот период времени. А самое главное, что этот дом на период завершения строительства, а это 2002 год, был насыщен технологиями умного дома настолько, что получил первую премию на швейцарской выставке новых технологий интеллектуального насыщения зданий. То есть он действительно как такая суперсовременная подводная лодка, где все есть, все нагревается, само отсматривается, все светится, просматривается, охраняется,
Ну, в общем, все возможное. Правда, впоследствии еще 3 лет после сдачи этого объекта заказчик настраивал все эти системы, и у него просто каждый день сидели специалисты по умному дому. Но потом вроде наигрался, ну и слава богу, вот они живут там. И